сохранить благоухание Рамадана. 19 и 20 мая состоится благотворительный вечер в рамках празднования Ураза Байрам. Программа насыщенная – это театральные постановки, выступления звезд дагестанской эстрады, нашиды на разных языках и многое другое. Среди присутствующих по билетам проведут розыгрыш путевки на Малый Хадж. Главная цель организаторов – привлечь как можно больше людей к строительству женского духовно-просветительского центра «Марьям». Впервые в этом году мы решили сделать билеты и продать их для того, чтобы каждый человек получил свой шанс внести вклад в строительство этого духовного центра. Я думаю, такой вклад, он не бывает маленьким. Такой вклад завтра для этого человека послужит и каким-то щитом от зла, который, может быть, там приблизится к его семье, к его детям. И много чего, потому что этот духовный центр, он же не на один день строится. Он строится на огромное количество времени. Там будут учиться наши сестры, там будут учиться их дочери, их внучки, там и так далее. Там, то есть из поколения в поколение. Поэтому там каждый кирпичик, который сейчас один человек внесет, он послужит на многие-многие года добром, будет возвращаться в их семьи. 19 мая на праздничный вечер приглашаются только женщины. 20 мая – все желающие. Начало мероприятия в 19:00. Благотворительные билеты можно приобрести в магазине «Рисалат» или по указанному номеру телефона.